Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Ирина из магазина ткани на Спасском. Наш магазин находится по адресу город Санкт-Петербург, Спасский переулок 6-8. И сегодня мы хотим показать нашу подборку джинсовых тканей разной по плотности, по брендам, классической их расцветки. И начнем с первой позиции. Это самая мягкая, самая нежная из сегодняшней подборки. От бренда Conclini, хлопок 100%, с изображением различных надписей Love и также принт сердечек. Мягкая, нежная, идеально подойдет для рубашек, топов, это могут быть даже летние платья. Красивый сине-голубой цвет с небольшим сиянием. По составу это хлопок 100%, ширина 160 сантиметров и цена 1480 рублей за метр. Вторая позиция уже идет плотнее, грубее, чем предыдущая. Здесь темный синий цвет, меланжевый эффект. Достаточно хорошо держит форму. Это джинса от бренда Giorgio Armani в составе хлопок 97% и 3% эластан, ширина 147 см и цена 1490 рублей за метр. Из этой позиции я уже предлагаю вам шить комбинезоны. Или, например, верхнюю одежду, также штаны, брюки. Будет прекрасно смотреться в бомперах. Достаточно интересная позиция. Следующий вариант – это деним от бренда Versace. Следующий деним от итальянского модного дома Versace. Жаккардовое переплетение двух цветов. Их фирменное лого с медузой горгоной. Изображение достаточно крупное, около 8-9 сантиметров. В составе хлопок 73% и полиэстер 27%, ширина 150 сантиметров и цена 2650 рублей за метр. Очень интересная позиция, акцентная. Несмотря на то, что здесь задействовано два цвета, эта позиция достаточно яркая. Из нее получатся отличные тренчи, пальто, аксессуары. Хорошо держит форму. Конечно же, это могут быть и куртки, или, например, объемные юбки в складку. Также будет интересно смотреться в этом изделии. Следующая джинса. В составе хлопок 97% и 3% эластана, ширина 154 сантиметра и цена 1690 рублей за метр. Очень красивый голубой цвет, темный, насыщенный. Этот деним будет выстирываться при стирке и создавать такой гранжевый эффект. Очень красивый. Также он плотный. Хорошо держит форму. И идеален для верхней одежды или, например, для комбинезона достаточно грубого. Изнанка у него более светлая, можно использовать в качестве декоративного элемента. Следующая позиция от бренда Paul Smith. Хлопок 100%, ширина 166 сантиметров и цена 1690 рублей. Этот деним отличается плотным цветом. Это самая плотная джинса из нашей подборки. Можете посмотреть пластику.
из этой ткани получится достаточно грубые вещи. Например, я предлагаю вам сшить и поиграть с текстурой, сшить, например, пиджак, жакет с острыми плечами, с острыми лацканами. Будет смотреться действительно очень интересно, необычно. Хочется собрать это полотно в складки, например, на плечах, если это будет бомпер или куртка. Будет смотреться очень объемно, и в этом будет его изюминка. Скоро весна, пополняйте свой гардероб джинсовыми вещами. По промокоду YouTube10 действует скидка 10% при первом заказе. Будем рады видеть ваши лайки и комментарии.